Всем привет! В эфире передача «Про гитары» на канале «Наше ТВ». Партнеры нашей передачи – гитарная мастерская «Шамрай». И сегодня у нас в гостях Кирилл Бабиев. Привет! Привет! Сразу, в общем-то, вопрос. Прямо сразу по гитаре не могу пройти мимо. Во-первых, это Лепский, это здорово, это хорошо. Но хотелось бы понять, для чего и как вообще люди доходят до семиструнной истории, а она нынче популярна, но тем не менее для меня остается тайной за семью печатями. На семиструнке я подсел довольно давно. По-моему, первый семиструн у меня появился в 2008, наверное, году. Тогда это еще не было мейнстримом. Ну или уже было, не знаю. Наверное, любовь к этим инструментам у меня появилась после группы Korn. В то время тогда еще было... Традиционно. Да, тогда еще, ну, вы можете, наверное, на моей голове видеть еще кое-что, что тоже пришло от группы Korn. Тогда был A1, и все это как бы... Мы все это смотрели, думали, блин, какие же они крутые, я хочу себе там семиструнный Ибанес. А ничего другого семиструнного на тот момент не было. И, естественно, первый у меня был Ибанес какой-то. Мне кажется, Шектора уже были. Нет, тогда я был в Ростове никаких Шекторов не было. Понятно. Вот. Кстати, Ибанес я купил уже, будучи в Москве. Это был 7321, индонезийский. Я что-то на нем поиграл где-то год. А потом увидел Шектор, который стоил, что любопытно, дешевле, чем этот Ибанес, но звучал лучше. Я его продал, купил Шектор. Тоже семиструнный. После этого был семиструнный же Майонез. Два. Ничего себе скачок. Да, ну такое, да. Там, в общем-то... Ценовая категория, да, вообще совершенно разная. Там ну, в четыре раза, да. Но я брал Майонез, у меня был тогда Сетиус. Кстати, потрясающий совершенно Сетиус, я его продал. Вот. Ну, я не жалею, ну, просто так вышло. Замучил потрясать? Я просто решил поменять один Майонез на другой. У меня был Сетиус, он был клевый, то есть все там было очень удобно, все было здорово. Но я увидел Реджус просто в серию. Ну, они просто эпичнее выглядят, и я понял, что хочу, все, не могу. И я продал Сетиус, купил себе Реджус, он у меня благополучно теперь стоит дома. Вот. Ну и, честно говоря, что-то я его в последнее время не использую. И вот последний семиструнный инструмент, это вот Лепский. Ну, собственно говоря, Женю я просил сделать таким образом, чтобы можно было играть как бы и поп-музыку, и рок-музыку. Вот. Ну, на мой взгляд, это удалось. Ну, на мой взгляд, да, и звук хороший, чистый. Это заказной инструмент. Да, это кастом полностью. Мы с ним как бы обмозговывали все, как это лучше сделать. Я, когда ему написал, говорю, Жень, я хочу что-то типа семиструнного стратокастера, говорю. Я хочу, чтобы можно было как бы и металл играть, и чтобы что-то полегче. Потому... Ну, суперстрата все-таки. Ну да, да, наверное. Ну, я так это просто назвал, стратокастер, потому что страт — это такая музыка, такая гитара, на которой можно играть почти все, наверное. Ну, меняя комплекты датчиков, ну, да. И машины, да. Ну да, да. Вот, и я попросил сделать что-то такое. В общем, на мой взгляд, у нас получилось. Для меня, честно говоря, страт — это комплект для сборки. То есть, если некий набор деталей, вот мы там начинаем. Надо записать тяжелый, панели сбросил. То есть, у меня даже панели на моем страте, ее не надо отпаивать, она сразу на мини-джеке подсоединена. И рядом лежат еще такие же панели, там смотал струны, ослабил чуть, достал панель, поставил другую, операция занимает там 5 минут — это много. То есть не нужно даже много инструментов иметь? Отвертка и все. Отвертка и крутилка для колков. Это, блин, очень удобно. Даже посчитано, что на 10 витков, вот делаем вот так 10 витков на каждой струне. Все, у нас достаточно струны позволяют снять панель. И обратно туда же подключаем новую на мейн-джек, и все, больше ничего не паяем. Удобно. Вот. Единственное, там сразу братская могила фрезерует, чтобы можно было и хамбы поставить, все что угодно. В общем, полный порядок. А локовые колки чем обусловлены? Локовые колки, ну, просто, как правило, на инструментах такого класса ставят локовые колки. Вот. Ну и плюс ко всему, ну, просто надежнее строят и все. Хотя у меня была неприятная история с Майонез. Опять же, там стояли локовые Sperzel, по-моему, называется. Uh-huh. Это какая-то беда. То есть просто они плыли. Удивительно. Здесь дело, я скажу в следующем, далеко не в колках. Локовые колки были придуманы для одной простой вещи, чтобы быстро на сцене заменить струну, не мотать 300 витков. А, даже так? Вот да, так то есть большинство гитаристов, они не знают, как струну мотать на колок.
То есть там посмотришь, там 100-500 витков у него на колке торчит. А тут же надо чуть-чуть ставить, как бы, и все. Да, а так обычно нужно 2-2,5 витка. Ну, то есть, грубо говоря, если мы поставим ладонь на середину грифа, ну, в смысле, на середину мензуры, то вот этой высоты нам хватает. И мы наматываем и делаем петлю, и потом протягиваем струну. Локовые колки позволяют всего этого не делать. А строй плывет, как правило, из-за неправильной отстройки гитары. Во-первых, из-за непротянутых струн, а во-вторых, из-за пластикового порога. То есть первое, что нужно понимать, что пластмасса, она мягче, чем металл. Соответственно, более жесткий материал вязнет в более мягком. То есть поэтому люди ставят латунь, графит, кость ту же самую. Я, например, предпочитаю кость. Я здесь пока ничего не предпочитаю. Ну, здесь вопрос, кто к какому балансу звуки приходит. Мне латунь вот не нравится, я даже не могу сформулировать, почему она мне не нравится. Я традиционно вот ставлю косточку там слоновью. Mm-hmm. Но мне даже мамонт не нравится. Хорошо, красиво, у меня есть на гитаре, где стоит порог мамонта, это прям вот виден бивень, которому 15 тысяч лет, все здорово, но, увы. Нет. Я что-то вот не люблю на гитарах ничего менять. Я, наверное, такой немножко гитарный лентяй. То есть я знаю народ, кто там меняет датчики, меняет там что-то. Я вот не люблю всем этим заниматься. Я предпочитаю играть на гитаре, а то есть, вот это все оставить гитарным мастерам. То есть если я приду, мне гитарный мастер скажет: слушай, чувак, тебе бы вот надо вот это. Я подумаю, может быть, там посмотрю какие-то ролики, послушаю какие-то доводы, может быть, сделаю. А вот так мне лень, честное слово. Я так понимаю, победное шествие Фокина было сразу на этой гитаре? Да, Фокин был сразу. Фокин был сразу. Просто, опять же, по той простой причине, что просто с ним можно было напрямую связаться и спросить: Илья, слушай, вот я хочу вот так вот, вот на такого типа инструмент будет вот такое вот дерево, что ты можешь посоветовать? И вот напрямую как бы вот мы договаривались с ним. Попал Илья? Да, на мой взгляд, да. На мой взгляд, звук чистый, мне очень нравится. В звуке грязном, я, честно говоря, в таких категориях не очень понимаю, я не очень... понимаю всей этой пониженной истории, то есть я ей пользуюсь как бы для себя, но играю, правда, в этих страях абсолютно другую музыку, я люблю там всякие псевдоиндийско-балканское и так далее, это через висящую струну это удобно играть, и там или блюзовые какие-то вещи. Просто лишняя струна, она дает как бы определенный резонанс, то есть если партия идет в соль, то висящая там пятая в соль, она добавит как бы резонанс и будет как бы такой маленький 12-струнный эффект. Ну да. Так что... чистый звук, на мой взгляд, полная победа. А если сравнить с Майонезом, как это будет? Я записывал специально, чтобы понять. Мне самому было интересно. Вот, честно говоря, я разницы... Ну, я слышу, что есть разница. Но сказать, что что-то из этого лучше, что-то хуже, я не могу. Я записывал через фрактал. То есть это не мыльница какая-нибудь, да? То есть я записывал. Вот в лоб просто ставишь. Но я не могу сказать, что что-то хуже. Но и Лепский, плюс ко всему, удобнее. То есть я, когда мне гитара пришла, я несколько дней позанимался на Лепском, потом взял майонез и понял, что, боже, как на нем трудно играть. Может, его надо отстроить просто? Не-не-не, там все нормально, там гриф просто другой. Там экшен, там невысоко струны, все нормально. Но вот именно гриф, там он то ли шире, то ли что-то такое. И на нем просто труднее все это играется при абсолютно одинаковом калибре струн, при одинаковой мензуре, то есть все вот как-то так. Понятно. Здесь хотелось бы еще коснуться немножко твоей вокальной истории. Посмотрел очень... Передача про вокалы называется, да? И это тоже. Нет, здесь не столько про вокалы, но я увидел как бы большое внимание к кавер-версиям. И меня это как бы немножко удивляет, когда люди играющие, талантливые и так далее... все равно продолжают обращаться к кавер-версиям, а на мой взгляд, это надо либо делать совсем по-новому. То есть, ну как, мы же прекрасно понимаем, что там у нас там Рихтер сыграл там, или Гульд сыграл там Рахманинова. Это будет два разных Рахманинова. А сам Сергей Васильевич сыграет вообще там в третьем варианте. И это понятно, их слышно. А здесь
Мне просто хочется понять, почему люди постоянно возвращаются к каверам, хотя, казалось бы, способны сами сделать новое свое и не хуже. А тут все довольно просто. Насчет своего, мы, естественно, всем этим занимаемся, все это делаем. Но своего материала как такового для того, чтобы быстро и надолго цеплять аудиторию, как минимум недостаточно. То есть нужны либо средства массовой информации, в том числе там телевидение и все-все-все остальное, либо тебе нужен реально длинный срок, там 5-6 лет, на то, что пока ты там накопишь свой материал, там 3-4 альбома, да, когда ты постепенно там все это будешь промоутировать, вкладывать деньги в клипы, все это, естественно, там распихивать по всем возможным и невозможным средствам массовой информации, опять же, это очень долго. Таким образом, занимаясь этими каверами, я убиваю несколько зайцев. То есть, во-первых, я учусь, да, то есть я продолжаю какие-то вещи осваивать в вокале, потому что я по образованию гитарист, а вокал, ну, как-то у меня все это так получалось, что... Если вы смотрели «Голос», то я назвал это хобби. Кто-то меня спрашивал, типа, ну, стоп, у тебя же, типа, группа, какое же это хобби? Хобби, на мой взгляд, и профессия, разница в том, когда ты начинаешь зарабатывать деньги. То есть вокалом я заработал мобильный телефон, наверное. Вот, и все, по большому счету. То есть гитарой я непосредственно зарабатываю, да, то есть играю и так далее, там. Ну, на мой взгляд, это не знаю, на самом деле. Хобби — это любимое занятие, иногда это совпадает, и почему бы нет? Ну, может быть, я просто для себя так это определил, вот, и поэтому... То есть я продолжаю развиваться в этом направлении, что касается вокала, то есть я снимаю какие-то вещи, потому что... Ну, раньше я понял, что я долго учил песни, сейчас у меня просто из-за того, что не хватает времени, и, ну, как мне кажется, уже более-менее накопил определенный опыт, я пишу практически, мне не нужно время на то, чтобы это учить. Вот предыдущий там кавер я просто смотрел в текст и записывал сразу, потому что, ну, я понимаю, что я уже по всем графикам я уже вылетел, мне надо срочно это делать. И у меня нет времени это там учить, там что-то впивать, как-то там это доводить прям до ума. Я просто пишу там, говорю, по 5-6 дублей каждого куска. Ну, там, например, куплет, 5 дублей подряд. То есть у меня вся запись кавера занимает там 1.5 часа максимум. Вот. Это меня многие журят, там говорят, а, там много обработки на вокале. Ребят, никакая в жизни обработка не вытащит вам исходник. Ничто вам вообще не спасет. Это вот. Безусловно, а там так. Ничего фантастического, там что-то эквализация, компрессия, диэсер, даблер. Ну, просто потому что у меня микрофон недорогой, чтобы сделать чуть шире все это. И дилей, там, пространственная обработка. Все. На мой взгляд, это все вполне себе имеет место вообще, быть. Вообще, просто почему-то думают, что если ты дома пишешь, ты должен сделать максимально плохо, и потом люди будут плеваться и говорить, почему такое плохое качество? Мои полномочия, все. Плохое качество или хорошее качество, в общем-то, понятие, особенно, как мне кажется, при нашем развитии шоу-бизнеса, довольно относительное. В других странах, насколько мне известно, люди могут заморачиваться, искать помещение, там, то, не то, строить какие-то отражающие поверхности. Да, у нас, я боюсь, к этому только-только-только подходит, и понятие звука, ну, в общем, на радио взяли, все хорошо, мы на радио, ура. Ну и то, я, по-моему, натыкался на какие-то видеозаписи, чуть ли не Linkin Park, когда они там писали, типа, первые альбомы. Но там тоже все не идеально. Да. То есть все это вот, я имею в виду условия, в которых все это было записано. На мой взгляд, гораздо важнее, что именно записано, потому что, как правило, хорошая песня, хорошую песню можете играть просто на гитаре, и будет понятно, что это хорошая песня. Безусловно. И ее испортить аранжировкой... Не, ну можно, конечно, безусловно. Ну, вообще, нечего делать. Да, но есть вот просто песни, которые они сами по себе звучат. И в аранжировке они, скорее всего, тоже будут звучать, если ты, ну, не вообще без рук. Ну, вот, на мой взгляд, так. Многие, в общем-то, знаменитые люди и спустя много-много лет играть не научились, однако от этого менее великими не стали. Абсолютно. Теперь такой вопрос по обработке, что используешь. То есть вот это у нас вот постоянная история?
Ну, постоянно, последние 2 месяца, по-моему. Но тут, я думаю, все гитаристы улыбнутся, потому что это бесконечная просто погоня за... Не знаю даже зачем. Наверное, в колесе просто, как будто ты бежишь в колесе, перед тобой морковка, и ты пытаешься ее догнать, и никак не можешь. И никогда не сможешь, наверное. Нет, ну почему? Есть же какие-то определенные требования. То есть я, например, когда беру инструмент, вот чистый звук в банальный, там, нормальный лаповый комбайн, там, Vox AC30, либо там Hot Rod Deluxe, вот, все понятно, все понятно. Нет, тут другой вопрос, что хочется чему-нибудь, каких-то там FX-ов хочется. До этого у меня, вообще, скажем так, я процессорный человек. Вот я так по себе понял, что я процессорный человек. У меня был всего один период, когда я играл на педальках, это вот как раз было до... вот данного прибора, у меня Fractal AX8, до этого у меня был преамп Hughes Kettner Tubeman 2, потом был дилей Strymon Timeline и квакушка. То есть, ну, я вот взял себе такой, как бы... Квак какой? Dunlop Classic, без крутилок, без вообще ничего. Вот, все клево, меня все устраивало. Единственное, каждый раз это коммутировать, это была просто головная боль. А закрепить просто вот на панельке? Закрепить на панельке мне было лень. Тут такой момент. Да, и плюс ко всему, я это все обычно таскаю в чемодане. То есть закрепить на панельке, это означает, что это нужно отдельно делать какой-то борт на колесиках, да? Почему обязательно на колесиках? То есть я честно могу сказать, у меня... Ну, то есть я без машины, поэтому как бы на плечах все это носить не кайф. Оно не весит, как правило, не так уж много. То есть я просто взял кусок пластика 2-миллиметрового. Просто пластика. Снял с педали задние крышки, засверлился туда, заднюю крышку подложил и винтами через пластик обратно все закрыл. Все, у меня борт смонтирован, где-то вот порядка 10 педалей, они вот на таком пространстве помещаются. Mm-hmm. Весит все дело, ну, килограмм 3, ну, 4. Ну, нет, не-не, у меня быть 3 точно не... Там одна эта квакушка 3 весит. Классическая. Ну, не, ну, она очень тяжелая. Очень не тяжелая. Такая она тяжелая. Я хорошо знаком с Crybaby, и квакушек у меня было достаточно большое количество. Это, наверное, самая тяжелая вещь. А учитывая действующий ныне Китай-Пром, который делает и выпускает вот такие вот педальки. Не-не, бывает. Есть и АМТ маленькие, да. Ну, что-то я вот поэкспериментировал, не знаю, мне не понравилось. И мне хотелось, чтобы у тебя в одном приборе было все. Потому что в какой-то момент хотелось каких-нибудь космических реверов, хотелось каких-нибудь там летучек, не знаю, ринг-модуляторов, октаверов. То есть тебе нужна возможность моделировать звук буквально там вот ежесекунда. Там. Нам пришла в голову такая идея, мы тут же ее... Ну да, например, потому что бывают ситуации, когда вот тебе необходимо просто это сделать, ну вот, ну достаточно мобильно. И процессор в этом смысле позволяет. Вот. И Fractal позволяет делать с максимальным качеством, на мой взгляд, на данный момент времени. Вот, понятно. Да. А в записи как же? Так же через процессор? Абсолютно так же. Уже очень много народа пишется прям Fractal напрямую, вот, те же самые там периферии, все вот очень много современных музыкантов так делают и, в принципе, никаких проблем не испытывают. Ну а как, чтобы динамик толкал? Чтобы... Да мне, по большому счету, динамик толкал. У меня никогда даже комбика-то не было, боже мой. О чем мы говорим? Первая педаль у меня была, это Lel X-Metal. Я включал ее прямо в магнитофон. Вот, и, собственно, наверное, оттуда это все такое. Я помню, еще была забавная, смешная история. Мы поняли, что она смешная значительно позже. У меня был X-Metal, а у друга был... Тогда это, по-моему, Ярасов делал эти гамма, педали гамма. Да. Да, вот. DS1 было. Оранжевая такая. И мы никак не могли понять, почему DS1, который стоит дороже, звучит хуже, чем Lel. Да потому что он рассчитан на то, что его включают в комбик. Мы-то этого не знали, потому что никто провинциальным ребятам не объяснил. Мы просто в магнитофон это все. И звучит, да что такое? Ну, вернее, как? Мы даже не думали, что такое. Мы такие, ну вот так. То есть ты принимаешь это как данность просто. Ну вот, значит, так должно быть. Почему? Да черт его знает. Ну, Lel, да, краснознаменная история была. Тоже доводилось играть на Lel Dry Distortion, да. Одна из первых педалей. У него мне очень не нравилось то, что у него посередине стоял такой тумблер, который переключает с драйва на дисторшн. И чтобы его переключить, надо было
нагнуться. Да, конечно. А это не всегда удобно, а требовался же еще другой перегруз. Никогда не удобно. Еще другой перегруз. Я на него наварил такую маленькую металлическую трубочку. И ногой так туда-сюда, так раз. В результате вся конструкция сломалась вообще под ноль и не переключалась уже никак никогда. Но педали были, по-моему, практически неубиваемые вообще. То есть там была такая металлическая коробка, весила она, по-моему, 900 грамм. Я вот как сейчас помню, там была такая патриотичная, картонная история. Она там была не картонная, ну, да, какая-то такая бумажка была наклеена. Да-да-да. Очень-очень забавно все это вспоминать. Ну, слава богу, что нас это больше не касается. Друзья из компании «Лель», без обид. Нет. Вы были очень хороши в то время, в которое это было. Вы нам дали путевку в жизнь. Да, причем... безусловно. А, еще я помню, у меня был... Связь поколений, можно сказать. Да-да-да. Еще я помню, у меня был какой-то рековый прибор от «Лели». Там был хорус, фленджер... ревер. Да, черный такой. Да, черная такая фиговина. С большой такой крутилкой. Да, это было вообще нечто. Я еще думал, а где же дисторшн? Я, наверное, лазил, наверное, дней 5, искал дисторшн. Не нашел, естественно, его там не было. Его там не было, но это была победа в свое время тогда. Ну, это был такой первый... индустрии... обработки. Обработки, да, российской. Потому что как раз незадолго до знакомства с этим «Лелем» мы купили с тогдашней группой «Рерубератор». Это был ленточный ревер, это вот такой вот ящик, вот такой вот высоту. Туда заправлялась лента от каточного магнитофона, и она бегала вот так по кругу. Если плохо склеил, он на месте склейки икал. Вот. Писалось все хорошо, но где-то... где-то икало. Где-то икало, приходилось переклеивать. И понятное дело, что поскольку эта лента она закольцована, гоняется во время записи энное количество раз, то, в общем-то, качество постепенно так скатывалось на ноль. То есть лента все-таки размагничивалась. Потом, когда я увидел «Лель», не может что, быть. Что, вот можно вот так просто добиться эффекта. И тут и хорус, тут и ревер, тут и там все что угодно. Я не помню сейчас всего количества. Ну что там порядка 4-5 эффектов было. Да, и при этом все очень просто так переключалось, так кнопочкой раз, и у тебя вот, там дилейка. Еще, я думаю, стоит упомянуть, конечно же, «Лидер 2», или как эта штуковина называлась, здоровая синяя такая приблуда. Там был тоже это был какой-то процессор или завод. «Лидер 2» это называлось, да, такая. Бог миловал. Это был первый дисторшн, который я услышал в своей жизни. У меня на тот момент была «Аэлита», небезызвестная. Вот. Тоже была. У нее не было джека, из нее торчали два провода. Я пришел, помню, к чуваку, у него как раз а был... А там же у них не было джеков, там у них этот наш... Да-да, ну там, но у меня не было даже этого, вот это Европа, пятерня вот эта. Ну, да. Там не было даже этого, там было просто два провода. Вот как бы делай, что хочешь. Действительно, электрогитара хоть в розетку включай. И вот этот «Лидер 2», это типа один из первых процессоров, что ли. Он был реально достаточно большой, то есть вот так, наверное, в высоту, вот так в ширину. Там был дисторшн, что-то типа хорус, не помню, что еще, ей-богу. И это был, я когда первый раз услышал, я был просто в восторге, потому что это было лучшее, что я слышал в своей жизни. Ну, потому что первое. Ну, потому что первое, потому что мы много чего не видели сразу в жизни. Да это... ничего не видели, что уж там. Там, когда впервые в руки попалась «Кремона», это была... Там «Галаксис» немецкий и так далее. Это был ах. Это. По сравнению с «Аэлитой» все кажется божественным творением буквально. Потом, когда там уже в начале 90-х годов мне попался в руки «Гибсон» 335-й 1957 года, я сделал... Это тут, все, это как бы в рамку тут, и на стену. Тут вот... И мне дали за него подержаться, и потом я даже на нем поиграл. Здесь-то вот жизнь не переменилась. Жизнь никогда не будет прежней. Ну, тем не менее, теперь с этим всем проще. 57-й не 57-й, но 67-й у меня есть. Уже хорошо. Последний вопрос по поводу этого нашумевшего проекта «Голос», о котором, честно говоря, достаточно слабо имею представление, но тебя ведь довелось. Не, мне там понравился еще один парень,
он вышел и исполнил песню Тома Уэйтса, а жюри, по-моему, не поняло, что это Том Уэйтс, чем меня, честно говоря, развеселило от души. Вот. Но доводилось видеть тебя, и, собственно говоря, твои ощущения от этого конкурса, что это вообще такое, как находясь внутри? Я не очень понимаю, какая конкретно часть всей этой жизни внутри вас интересует. Но в целом, естественно, это все очень волнительно. Особенно, когда ты там выходишь на сцену, либо идешь к сцене. Это самый волнительный момент. Я во всех интервью говорю о том, что я стараюсь сильно много не думать об этом конкурсе, не придавать большой важности этому. Потому что если ты проходишь дальше или не проходишь дальше, жизнь не заканчивается на этом. По большому счету, голос — это только такой, как бы, скажем так, хороший пинок под зад, чтобы ты успел что-то сделать. Голос дает тебе примерно, ну, по моим меркам, где-то 3 месяца. 3-4 месяца, в которые за тобой будут следить. Если ты ничего не успел за эти 3 месяца, ну, как бы, прости-прощай. Ну, там как-то что-то подсказывается? Что подсказывается? Ну, что... Сделай вот это. Нет, по большому счету, все... Если речь идет о выборе песен или о чем? Или о выборе песен, да, о вокальной технике. Нет, все по поводу слепых прослушиваний. Linkin Park мне предложили сами, как их назвать, не знаю, редакторы, наверное. Uh-huh. Да, они, когда мы пришли выбирать песню, я такой, чего? Вы серьезно, что ли? Я ушел просто, у меня такое, как бы, внутри было ощущение, что какая-то подстава. То есть я реально не верил в это. Вот. Никто ничего не запрещает, не говорит, что вот это не надо, вот то надо. Никаких таких вот проблем нет с этим. По исполнению тоже никто сильно не лезет. Мне давали некоторые рекомендации, но они носили как бы вот именно рекомендательный характер, да. Не то, что не принудительно, то ты uh-huh. должен сделать вот так или там все, кошелек или смерть. Вот. Ничего такого, никакого там насилия над людьми не происходит. Вот ты что хочешь, то и делаешь. Это отвечая на вопрос. Я не знаю, может быть, в предыдущих сезонах было как-то иначе. Потому что я помню, что очень много народа там ругалось, типа, да что такое, типа, что, почему они все поют эти песни? Что такое-то, ребят? Вот. И, возможно, дело в том, что людям просто нравились эти песни. То есть, как бы, дирекция Первого канала тут ни при чем. Вопрос в самих людях. Вероятно, да. Возможно. И в их кругозоре. Да, да, и вкусах. Которые... Либо отсутствие таковых. Ну, вкус — это вещь воспитательная. То есть, совсем отсутствовать вкус не может. Вопрос, насколько у человека кругозор, насколько он требователен к собственному вкусу. Ну, да. Это так же, как на столе. Можно каждый день есть картошку, а можно, в общем, позволить себе и плопчик сварганить. Ну, что ж... Желаю тебе победы, тем не менее, и, надеюсь, далеко не последней, и новых чудесных звуков, которые мы послушаем. Спасибо. Спасибо. Всем счастливо. Пока.